Кто? Я обращаюсь к русскому, украинскому народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нету. Ни одного шага. Я хочу, чтобы так же было и на Украине. Чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом, и чтобы газ пришел дешевый для Украины. Но и Украина взамен тоже что-то дала бы. Мы можем договориться, торговать можем. У вас есть много из того, что вы можете продавать России. И за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. И запомните, я не хочу вам желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут «пошли вон», как Турция не сказали. 50 лет Турция ждала вступления в Евросоюз. Чего вы унижаете себя? Великий народ, космическая нация, мы вместе космос с вами, так сказать, осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну и на Марс, и на Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте. И захотите, вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю. Давайте с Россией. Сами решайте. Добровольно. Ассоциации подписывайте. Все, что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Когда прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Через 20 лет мы с вами объединимся. И в этой стадии будет идти передача на русском языке. За участие в программе «Свобода слова». Да. Они все знают, что Порошенко уходит. Наворуем при нем. Порошенко уходит? Конечно. То есть ваш прогноз на выборы ближайшие он уйдет в Киеве? В Киеве он уйдет. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский, вы считаете, да, человек из шоу-бизнеса? Конечно. И... Это не играет роли сейчас. И откуда он? Он будет марионетка, кукла. Он займет кабинет, а Коломойский будет ему писать. Коломойский — это Березовский. Только Березовский проиграл, не имел опыта. Слабак оказался. А Коломойский это зубр. Все. И он обозлен, что Порошенко его выкинул. Вот. Поэтому Саакашвили и Коломойский, они будут добивать всех людей Порошенко. А Аваков поможет. Он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. А Коломойский с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. Ему нужно вернуть деньги. А это деньги в наших руках, Приватбанк. И мы скажем, давай договариваться. Ему нужны деньги, мы поможем. Но нам нужно оставить за собой Донбасс, Луганскую, может, еще добавить. Харьков нам, Юго-Восточную, давай пополам Украину. И газ будет бесплатно вам идти. Бесплатно газ. Игорь, ты понимаешь, Игорь? Бесплатно, единственная в мире страна будет, но маленькая Украина. Вот западные регионы. Киев, Львов, там, Тернополь, Ивано-Франковск. И он согласится.